Всем привет, друзья, меня зовут Виталий Пименов, и сегодня 27 октября 2019 года. Я приехал в Москву со своей командой для того, чтобы выступить на самом крутом мероприятии в сфере барберинга в России Russian Barber Week 2019. Это мероприятие, которое собирает профессионалов своего дела со всех уголков России. Куча мастер-классов, обмена опытом, общения, корнеров с косметикой, где можно познакомиться с новыми тенденциями, фишками. Сегодня был очень важный день, сегодня мы организовали кастинг, где отобрали большое количество моделей, выполнили ряд подготовительных работ для завтрашнего дня, непосредственно для завтрашнего выступления. Завтра мы выступим на главной сцене, и та коллекция, которую я хочу показать, называется «Вокруг барберинга». Почему так? Потому что я каждый день сам работаю с клиентами, очень люблю это дело и очень люблю индивидуальный подход. Считаю, что это очень важно. Поэтому завтра хочется поделиться всеми нюансами, фишками в работе с мужскими стрижками, с бородой, с различными услугами, популярными сейчас в барбершопах, мужских парикмахерских. Все образы, которые мы завтра представим на сцене, будут, естественно, ориентированы на современные тенденции в мужской моде. Новые формы стрижек, новые техники персонализации и различные виды текстур. Также эти два дня я буду работать на стенде Babyliss Pro и поделюсь всеми секретами в работе с инструментом, а также представлю последние новинки компании. Помимо всех мастер-классов пройдут барбер-батлы, где я выступлю судьей и помогу разобраться, кто же самый сильный барбер в России. Такие мероприятия очень полезны для постоянного обмена опытом, для повышения своего мастерства, ну а самое главное, для того, чтобы мастера общались друг с другом на позитивной волне. Это видео мы сделали специально для того, чтобы показать всю сферу барберинга изнутри и как проходят подобные мероприятия. Я думаю, что будет очень интересно. Поехали! Идем подписывать дипломы финального батла. Нужно всегда оптимизировать процесс своей стрижки, это очень важно. На этапе выявления потребностей общаетесь с клиентом и выявляете то, что он хочет на самом деле. Есть контроль, и дальше я на него ориентируюсь. Снимаю лишнюю массу, затем ставлю бритву 45 и делаю срез. Линия получается ровно по контролю. Готовятся потихоньку. Че ты ходишь, повторяешь слова? Речь. Масик сосредоточится. Ты будешь у меня моделью, и в конце самом я тебя позову, ты тоже выйдешь. Все понятно, я думаю, что все просто идем, да? Когда он встает. Сейчас мы уже пойдем заряжаться. 5 минут до выхода на сцену. Держим кулаки. Покажу вам еще один способ, как можно это сделать. Прядь у вас располагается на оттяжке между пальцами. Вы заводите большой палец с одной стороны пряди, филировочную бритву с другой стороны пряди. Убираю все лишнее. Получаю опять же срез по той же самой длине, но при этом он сразу же текстурный.
Итак, как я выполняю? У меня был центральный вертикальный пробег. Две зоны на заточку. Теперь начинаю работу с тренировочной брифой. То есть текстура будет располагаться именно внутри. Итак, первая прядь в верхней части. Я начинаю задавать для себя длину. Нарисовал две параллельные линии. Их я не соединил. Но веду уже триммер в верхний угол. Двигаемся дальше. Работаем с центральной частью. Продолжаем делать эту линию. Оттягиваем прядь дальше. Видим наш срез и двигаемся дальше. Что, парни, откуда вы? Из Саратова. Знаю, с Инстаграма. Инстаграма? Да. Виталик? Я его видел в мастер-классе, как он продвигает вообще классно. Он как бы сильно вдохновляет, мотивирует, как бы. Зажигает. Ну а сегодня как вам понравилось то, что он представил модели? Вообще, вообще супер. Ну ладно, давайте, спасибо. Давай, пробуй. Поэтому хочется выразить большой респект всем участникам и, конечно же, пожелать удачи финалистам. Мы находимся уже на самом финальном этапе, и мы должны выбрать сегодня самого крутого барбера 2019 года. Александр Волков! Вторая строчка по итогу голосования наших судей достается Александру Бывлой! Короче, три новости, ебать. Ньюара, нахуй, всего два, ебать. Виталик, один. А на сцене у вас будет четыре. Да, получим пизды все, похоже. Все, пошел, пацан. Жизнь подругу. Тихо, тихо, сейчас припев будет. Пошел просто такой. Пизда глазам называется. Пизда глазам, что ли? Пизда глазам. Ебать, это что за тигры такие? Пошел ты нахуй! Дальше скульптор просто. Оригами. Куда ты, Рафа, туда и скажи тебе пару, куда ты нахуй? Нига ты рыба такая заспанная. Что происходит вообще, В общем, позавтракали и Рафу оставили бакинский завтрак, как он будет. Че, Димасик, на английском что-нибудь не понимаешь? Who's brew? Like brew's crew. Сейчас скинет и уйдет нахуй. Заебись, короче.